aferes.ru. Здравствуйте, уважаемые зрители! На связи, как обычно, Алекса. Сегодня я поделюсь с вами своим мнением о хостинге Aferhost. Я изучала его довольно долго, и мне есть, что рассказать. Создатели данного хостинга позиционируют его как премиум-хостинг. Так ли это на самом деле? Насколько он соответствует запросам пользователей? Надо сказать, что хостинг Aferhost этот появился не так давно, и его разработчики, специалисты компании Freedom Technology Management, приложили немало усилий, чтобы он стал пользоваться популярностью. Подкупает, прежде всего, то, что по таким параметрам как срок бесплатного периода, быстродействие, надежность. Этот хостинг уже входит в топ лучших. За все время существования по нагрузке он занимает второе место. Согласно мониторингу доступности он также лидирует. Отзывы пользователей дают основания полагать, что проект хоть и молодой, но все же перспективный. К преимуществам Aferhost могу также отнести следующие критерии. 1. Гарантированная экономия средств. Если у вас уже есть активно функционирующие сайты, можно перенести их на сервер Aferhost абсолютно бесплатно. Дополнительную экономию обеспечивают доступные тарифы, предлагаемые пользователям. Лите – реальная возможность получить 500 МВ дискового пространства, создать 5 профессиональных сайтов всего за 49 рублей в месяц. Про – обеспечит вам получение 15 сайтов, 1500 МВ на сервере. Цена – 149 рур/мес. VIP – оптимальный выбор для человека, стремящегося построить успешный бизнес в сети. Заплатив 299 рублей за месячное пользование услугами хостинга, вы получите 3000 МВ пространства и целых 30 бесперебойно функционирующих сайтов. Супер, тариф для настоящих профи. За 599 рур/мес можно получить 100 сайтов, ориентированных на ваши потребности, плюс 10 тысяч МВ дискового пространства. Постоянным клиентам доступны выгодные акционные предложения. Дополнительный источник экономии, предоставляемая клиентам хостинг-оператора возможность покупки одних из самых доступных по цене доменных имен, расположенных в популярных зонах. РУ, а также РФ. Так, например, цена покупки домена в зоне РУ – 95 рублей. Дальновидный пользователь обязательно оценит то, что цена продления всего 95 рублей. Между тем, как у многих других провайдеров, цена стартует от 400 рублей. Таким образом, цена пользования хостингом за 2 года составит всего 190 рублей. Не менее интересна возможность участия в конкурсах. Достаточно вступить в специально созданную группу ВКонтакте, поделиться репостом записи участника конкурса с друзьями, и выиграть денежный приз, годовое подключение к премиум-хостингу или ДР. 2. Легкое создание собственных интернет-проектов. Создать свой сайт могут даже те пользователи, у которых нет никаких навыков программирования. Абсолютно бесплатные современные программы-конструкторы позволяют решить эту задачу в самые сжатые сроки. 3. Возможность получения новых знаний. На сайте Aferhost регулярно публикуют новые видеоуроки, позволяющие пользователям разобраться со всеми нюансами использования данного хостинга. Еженедельно специалисты проводят бесплатные курсы и вебинары, во время которых участники могут задать интересующие их вопросы, получить исчерпывающие ответы. Таким образом, приобретя хостинг, вы не останетесь один на один со своими проблемами. Опытная команда специалистов проинструктирует вас по любому возникшему вопросу. 4. Гарантия бесперебойной работы ваших информационных сайтов, блогов, интернет-магазинов. Мощный европейский сервер обеспечивает любому интернет-проекту максимально возможную скорость работы. Вам предоставляется 12-ядерный ЧПУ по 3,8 ГГц и безлимитный трафик, порядка 500 мбит за 1 секунду. А это значит, что вы всегда будете на шаг впереди своих конкурентов. 5. Возможность быстрого решения любой проблемы в круглосуточном режиме. Для качественного обслуживания клиентов на хостинге имеется своя служба поддержки. Связаться со специалистами-программистами можно любым удобным для вас способом, через электронную почту, по Skype или же в онлайн-чате, открывающемся при переходе на главную страницу проекта.
6. Клиентоориентированность. Создатели хостинга не останавливаются на достигнутом, постоянно совершенствуя свой продукт. Каждый пользователь может оставить свои пожелания и комментарии, которые будут учтены. Подробности в описании под видео. Попробуйте тестовый период хостинга, и если понравится, воспользуйтесь скидкой. До новых встреч!